Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим разговаривать о таком интересном проекте, как Addon Network. Итак, в прошлой части мы поверхностно ознакомились, кто это вообще такие, чем они занимаются, как можно заработать на нем. Сегодня поговорим о других функциях. На сайте можно перейти в раздел загрузок, и нам уже предоставляется готовый мультиплатформенный кошелек, который поддерживает Windows, MacBook, Linux и Raspberry. Выбираем необходимую нам операционную систему, Bytenest, какая, скачиваем и узнаем поближе. Также в разделе функции нам более подробно рассказывают, чем занимается данная компания. Addon сочетает в себе все лучшие и удивительные возможности криптографии криптонод в дополнение к своим уникальным и мощным функциям. Он предлагает конечным пользователям лучший аутентичный опыт, который они будут получать с валютой криптонод. Данная платформа поддерживает срочные вклады. Addon предоставляет срочные депозиты на уровне блокчейна с помощью своей гибридной концепции POS – Proof of Stake. Addon допускает процентную ставку до 12% годовых, что с экономической точки зрения является наиболее реалистичной ставкой и, исходя из мировой экономики, не делает Addon инфляционным, создавая долгосрочный, устойчивый, осуществимый и здоровый проект. Данная платформа – это приватные сообщения. Помимо того, что Addon является валютой, он решает проблему конфиденциальности с помощью функции конфиденциальности криптонод и включает личные сообщения на уровне блокчейна через свои кошельки. Addon упрощает процесс отправки личного сообщения нашему другу. Интегрированные адреса. Основная цель интегрированного адреса – не скрыть фактически адрес кошелька, а упаковать идентификатор платежа, чтобы упростить процесс отправка средств на фактический адрес кошелька или адрес встроенного кошелька одинаковы. Мы получаем средства на свой фактический адрес кошелька. Addon Network – это безопасность в первом уровне, неотслеживаемые платежи, кольцевые подписи, которые перетасовываются открытые ключи пользователей, чтобы исключить возможность идентификации конкретного пользователя. Кольцевая подпись – более сложная схема, для проверки которой может потребоваться некоторые различных открытых ключей. В случае кольцевой подписи, например, у нас есть группа лиц, каждый со своим секретным и открытым ключом. Утверждение, подтвержденное кольцевыми подписями, состоит в том, что подписавший данное сообщение является членом группы. Несвязанная транзакция Addon защищает получателя от определения своего баланса путем проверки входящих сообщений на публичный адрес пользователя со случайными данными отправителя, автоматического создания нескольких уникальных одноразовых ключей, полученных из одного открытого ключа для каждого платежа P2P. Также данная платформа – это устойчивый к анализу блокчейна. Устойчивость Addon к анализу блокчейнов, возникающая из-за несвязанности, призвана снизить риски, связанные с повторными использованиями ключей и отслеживания. Один в один выход, который генерирует несколько одноразовых общедоступных адресов, которые может просто собрать получатели сообщения, но почти не анализирует сбитым с толку иностранцами внутри проводника блока. Также данная платформа отлично подойдет для бизнеса. Будут такие преимущества, как доказательство оплаты, резервное доказательство и подписать и подтвердить транзакцию. На этом обзор мы закончим. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь, изучайте и только после этого делайте свои инвестиции. Это просто обзор, никого не привлекаю делать вложения. Всем спасибо за внимание. Всем пока!